Друзья, сегодня пятница, черная пятница, распродажи. Я уже купил себе неожиданно очень-очень-очень задешево чехлы, которые сейчас вам покажу. И я на самом деле немножко тут ошарашен тем, то, что я купил. Но тем не менее, значит, вот смотрите, два таких чехла. Ну, я взял два, потому что они стоят по 9 рублей. Сейчас вам покажу, чтобы вы понимали, чтобы я ничего не фантазирую. Вот, смотрите. Вот сайт. Вот они, видите? Вот, они еще есть в продаже, даже вы можете купить. Вот, видите, 9 рублей. Там, кстати, есть еще много других чехлов, ну, для других телефонов. Там и для айфонов есть, для 10-го есть. Также по 9 рублей, куча всяких чехлов. Но у меня S9, поэтому я искал чехол для него. Значит, у меня тут он с этой стороны разбит, поэтому я буду менять крышку заднюю. Но пока просто он скользкий, не так удобно им пользоваться. Я искал себе чехол и... Как я уже хочу, чтобы вы понимали, друзья, я в своих видео часто вам говорю, что очень у меня много выходило видео про то, что не надо ничего покупать, заказывать на Алиэкспресс, потому что в вашем городе продаются те же стекла, чехлы за копейки, просто надо знать, где покупать. У меня выходило просто куча видео про это, а вы же все равно покупаете на Алиэкспресс. Потом ждете месяц, стоите в очереди, короче, какой-то, ну, на почту я имею в виду, какой-то ужас. Хотя вот, смотрите, вот такие вот чехлы, значит, стоят 9 рублей. Да, они для старых моделей по таким ценам, но, еще раз повторюсь, у кого телефоны, скажем, годовалые, там, 2-3 года давности, то, как правило, стекла, чехлы для таких телефонов, и да не только для таких, а даже для новых, можно купить в вашем городе. У меня есть видео на это, где их купить. Ну вот. Но, как правило, я вот первым делом смотрю даже не в тех специальных магазинах, где продаются аксессуары и запчасти для телефонов, а смотрю, вот как вот эти я купил, МТС интернет-магазин, Мегафон интернет-магазин, потом тот же... Эльдорадо интернет-магазин, в общем, все наши интернет-магазины, потому что в них, как правило, вот такие вот дешевые цены бывают на вот модели, которые, значит, ну, уже как бы не продаются. Ну, я имею в виду сами телефоны. Значит, хочу сделать такой обзор на этот чехол. Знаете почему? Потому что я вообще не собирался снимать видео, но так получилось, что чехлы эти оказались сваровские. Видите, я думал, они прозрачные просто. Ну, реально, я думаю, вот это вот, ну, там же, видите, на фотографии, да, на сайте, просто это сердечко, я думаю, это просто рисунок какой-то на, ну, на, не знаю, на чем, короче. А это, оказывается, Сваровски, на самом деле, вот, видите, Сваровски. И когда, естественно, когда вышел только Samsung S9, 3 года, почти 4 года назад, да, то такой чехол стоил, понятно, там, безумных денег, за 1000, там, я думаю, около 2 он стоил, наверное. Сумасшедшие деньги он стоил, этот чехол, а сейчас он стоит всего лишь 9 рублей. Вот видите, как все, до чего жадность доходит, да, вот магазины в то время продавали их за безумные деньги, и народ их не покупал. И, естественно, когда они уже стали никому не нужны, они их, видите, продают по 9 рублей, да, то есть они не могли поставить нормальную цену на них, чтобы люди их покупали. Видите, до чего докатилось. До чего жадность магазинов доводит, как говорится. Значит, тут написано Берлин, Германия, но сделано в Китае. Все равно тут Сваровский, Германия. Видите, прозрачный кристалл Сваровский, так и написано. Вот удивительно. Поэтому я и хочу посмотреть вместе с вами, распаковать. Я взял два, и просто так получилось, что... У меня он серый, будет со сваровскими смотреться, мне кажется, очень красиво, но просто, сами понимаете, это для девушек. То есть для меня это не совсем подходит. Вот. А продавщица, на самом деле, девчонка в МТС, когда искала эти чехлы, она вот, ну, увидела вот эти вот сваровские, вот эти вот, да, вот эти вот, она тоже думала, что это нарисовано. Но когда увидела, она вцепилась в этот чехол и не хотела мне его даже в руки отдавать. Потому что она такая говорит, ой, а для моего телефона, если бы сейчас добыл бы такой чехол, да я бы
Понимаете, то есть для нее это просто, ну вот, супер чехол, понимаете, чехол Сваровский, понимаете. Но я понимаю, девушки любят и такие вот, не все, но многие просто вот с ума сходят по таким вещам. Я к этому равнодушен абсолютно. Даже больше скажу, что мне эти вот кристаллы абсолютно не нужны. Я думал, это будет просто прозрачный чехол. Ну куда я буду с таким чехлом ходить, сами понимаете. Соответственно, я посмотрю, насколько они хорошо приклеены. Возможно, я их отдеру, ну, если у меня получится отодрать эти вот камушки. Сейчас вместе с вами посмотрим. Так. Один вот вытащим. Ну, коробочка вот такая. Обычная. Пластиковая. Вот, тут еще одна коробочка. А, это, короче, получается... А, это сам чехол. Слушайте, а чехол получается толстый. А, слушайте, это не силиконовый чехол. Меня обманули вообще. Два раза получается. Первый раз то, что я думал, это силиконовый чехол. А это, оказывается, и не силиконовый чехол. Это пластиковый чехол. И он со стразами Сваровскими. Ну, на самом деле, может быть, это и лучше, потому что... С пластиком, мне кажется, легче будет эти кристаллы отодрать. Вот такая вот ситуация. Значит, с этой стороны... Нет, это, тут с этой стороны ничего нет. Тут какая-то надпись, правда, есть еще внизу. Вот, да, друзья, это не силикон, это полноценный пластик. Толстенький. Здесь еще тут с торца наклейка. Вот, давайте посмотрим, что на ней написано. Так. Если это возможно, конечно, прочитать. По-моему, это невозможно прочитать. Нечитабельно, друзья, да? К сожалению, не прочитать. Что здесь написано? А, здесь написано, вообще, знаете что? Здесь написано иероглифы какие-то. Ну, короче, не суть. По-моему, какие-то арабские там иероглифы, такое ощущение. Вот. Слушайте, на самом деле полноценные сваровские это камушки. Друзья, это камушки. Я вам серьезно говорю. Вот, смотрите. И они на самом деле очень красивые, мне нравятся. Был бы я девчонкой, да, я теперь понимаю, почему продавщица так вцепилась в них и жалела, что для её телефона, я не спросил, какой у нее телефон, но для её телефона таких чехлов нету, вот с такими сваровскими. На самом деле выглядит очень красиво. Они переливаются, вот такие вот камушки наклеены. Но я думаю, это можно самому сделать. Кстати, вот это вот стекло, это, да, оно, если присмотреться, оно непрозрачное, оно такое в пупырышку. Может, вам видно это, вот камера, я смотрю, может, передает. Такая вот, как у мух, сетка на глазах. И вот такие вот замечательные камушки разных размеров. Они есть побольше, есть поменьше. Вот в такие вот, ну, вот красивое сердечко. И внизу, как, видите, написано «White Diamonds». Белый даймонд – это бриллиант или алмаз, как переводится, я все время путаю. Давайте наденем. Конечно, телефон у меня красивый, как раз, я думаю, будет красиво смотреться, но крышка разбита, но я крышку поменяю. Крышку менять не проблема, абсолютно для меня, я уже менял. Ну что ж, чехол сел как влитой. Кстати, очень идеально садится чехол. Смотрите, он с этой стороны... То есть, получается, у нас с этой стороны торец единственное не закрывает ни сверху, ни снизу. Но это, в принципе, и не критично. Он пальцами абсолютно не мешает. Он и не увеличился, и пальцами не задевает. И он, смотрите, какой он. И надпись прямо получается у нас как красиво сердечками обыграна. То есть, сердечки. Ну, вот один вот этот сердечко чуть-чуть на букву «Г» залазит. А так... В принципе, красиво. Да, красота неописуемая. Прям блестит, переливается такой.
Мне нравится, слушайте. Ой, какой красивый, какой красавец, а? Какой красавец телефон, вы только посмотрите на него. Ой, девчонки, я думаю, сейчас, ай, какой, за 9 рублей купил Сваровский. Да, такой красивый, тоже хочу. Заходите, девчонки, на сайт интернет-магазин МТС и смотрите, возможно, там и для вашего телефона есть такие. Я просто для своего смотрел, но видел, что там за по 9 рублей еще для других телефонов есть как бы чехлы. Просто красивый, да? Ну, красивый чехол, ничего не могу сказать. Красивый, мне нравится. Вот. И эти камушки на самом деле пальцем они не мешают. Они чувствуются, да, но они не острые, в палец не впиваются, поэтому мне нравится. Ну, с таким ходить, понятное дело, я не смогу. Я их, наверное, попробую, эти камушки, если получится, отломать. Но, наверное, они просто приклеены. Поэтому, я думаю, с помощью фена нагрею и спиртиком их отдеру. Вот. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам было видео это полезно. Подписывайтесь на канал, у меня много полезных видео всегда выходит, когда я что-то покупаю. Промокод на Озон 300 рублей вы всегда можете применить под мои видео, я выкладываю. Поэтому, что ж, на этом все, друзья. Всем спасибо за внимание. Всем пока.